Здравствуйте, 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 уважаемые зрители, телезрители, интернет-зрители, YouTube-зрители и прочие мои подписчики. Всем восьми человекам вам огромный привет, точнее семи, я восьмой. Что ж, мы же немного спустили ПТС на дно. И что у нас получается? Сейчас я вам покажу. Так, где-то постоянно забываю. А статистика неутешительная. 510 рейтинга. А, то есть проигрышных игр было 1, 2, 3, 4, 5 подряд. А это значит, что сейчас на Сларке мы просто должны так жестко закарать, как никогда не карали. Посмотрим сейчас, посмотрим, будут ли легкие эти 20 ПТС, или будут тяжелые, но что-то будет по-любому. Да, середина месяца, январь, уже, так скажем, прошло ползимы, а значит скоро весна, и будет все хорошо, я надеюсь. Но хотя бы, чтобы не стало хуже. И то пойдет. Что ж, мы пойдем наверх. Будем собираться, как обычно, через сабельку, которую ненавидит мой тренер. Что у нас по снаряжению? По снаряжению у нас, как всегда, нифига. Это набор курсоров какой-то. Да. Что ж, по пику у нас просмотрел, а что по пику? Есть фантомки, инвокеры и прочий бред. Мы всех разнесем в пух и прах и в щепки. Нет, меня на крючок не возьмешь. Как по рыболовной примете, дело в шляпе. Приготовьтесь к битве. Ладно. Есть. Да. Эй, давай сюда. Хорошо. Секунд до начала сражения. Тихо. Другое дело. Да, с интернешеналом, с интернешеналом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Удачная покупка. Ладно. Битва начинается. Что ж, три руна мы подобрали. Очень хорошо. С инвокером не будем разбираться. У нас есть вивер, который что-то виверит. Вот так. Да. Все идет по плану. Порубим немного лес. Так, ну что же. Немножко побьем, ребят. Бля, он просто меня нахуй откликает, это пиздец.
ужасное недобитие крипа. А вот здесь вот хорошее добитие. Свобода любой ценой. Хорошее добитие и отводик. Господи, ну что ты своей сабелькой-то ты промазываешь-то, а? Так, ну что, шаг сделает ФБ. Это отлично. Я думаю, фантомку нет смысла прибивать, она очень жирная. А вот это прям столько можно. Эх. Давай сюда. Эх. Вот это награда. Конечно же, мы перетычковали. Сюда. Не попадись. И побежал он почти на ноге. Но не побежал. Возможно, скоро будут отводы. Не-не-не, осторожно. Так, ну что ж, отводы будут у нас, как ни странно. Отводы будут. И это хорошо. Так, уважаемый курьер. Неплохо. Сларк от Йоторо. Так, немножко меня отморозили. Ебать. Отморозили меня. Отморозили. Бля, сорянчик, моя ошибка. Так что ж, мы вышли. Есть. Готовимся дальше. Ну ладно. Не сейчас. Точно? Да. Блять, ну как так? Как так? Хорош. Давай сюда. Блин, я, конечно, вообще лох, пиздец.
Возможно, тебе не кажется. Центральную башню атакуют. Ладно. Тихо. Хорошо. Грим куда-то тапается. Так, ну что ж. Вот и не стало вас, друзья. И последний крипик, и мы с 6-го левела. А это значит всем конец. Но пока достаточно все неплохо идет, 2-0. Давай. Все идет по плану. Ну ладно. Летишь? Ну ладно. Все идет по плану. Сейчас пачку надо подождать. Ловите рыбка большая и маленькая. Фантомку мы вряд ли убьем, а вот грим столько можно попробовать. А хотя? Неплохо. Парни, Вокер, ТП. Ну, вот так-то. На-ра-на-на. Книжечку для повышения ММР.
На-ра-на-на-на-на-на-на-на-на. Угу, спасибо, спасибо. Варды у нас стоят здесь. Бля, вон Вокер прилетел вниз. Вот здесь вот, вот где-то здесь. Ставь смело синий, не бойся. Пассивка не работает. Наебал. Сорян за мат. Моргенштерн. Зачем я его вспомнил? Непонятно. Не очень была идея драться под вышкой так, потому что все приходят на помогайки, и в итоге меня убили. Надо было не жадничать, а просто выходить, и было бы нам счастье. Но ничего, сабелька соберется. Так, какого-то х все пришли на низ. Привет. Точно? Вашу верхнюю башню атакуют. 4 секунды. Другое дело. Нижняя башня противника разрушена. Вот это меня придавило. Вот это хорошая игра подходит к концу. А мог бы убить Гримастроуга, если бы не был бы очком. Вашу верхнюю башню атакуют. Сюда. Вашу верхнюю башню атакуют. Тихо. Ладно. Успокоили. Нормально. Успокоили, братишку. Угу. Везде были варды. Вот это новость.
что ж, ну а мы тихо, мирно пойдем пока в лес, пока ребята там пичкуются. Ну или помочь ребятам. Ладно, давай поможем. Даже наша любимая темка — драться за двумя вышками. Так, что-то произошло, как-то произошло, ну и мы, короче, замесили их. Ну что ж, есть сабелька, есть ульта, пора помогать на низ. Че, мы отбиваем или что? Давай отдаем, на Т2 там постоим что-нибудь. Коммуникация с командой очень важна. Вот так вот Гримстроук дерьмово наказал меня. Ужасно, 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 ужасно. Ну ничего. Так, 20-я минута. У нас есть сабля-сапог, но нету супер-тучи. Так, нужно обезопаситься от инвока. Даже своего задонал. Ничего. Что еще раз? Там инвокер Форжа даже задонал, капец, он потный. Ну это капец, конечно. Ты видел, да? Застрял в щели. Да, да, да. Не попадись. Снег-снег. Да хоть 4 ешь. Ну вот так-то. Ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты-ты-ты-ты-ты. Да, кстати, друзья, у меня очень большое событие. Хочу рассказать вам это на 20-й минуте. Один из моих преданных фанатов, Иван, сделал первый в жизни донат нашему каналу. Первый в жизни донат 30 рублей. Да, это небольшая сумма, но все же.
Все же 30 рублей. Что можно сделать на 30 рублей? Купить хлеба? Спасибо, Ванек, за хлеб. Спасибо. Ты лучший. А если вы хотите стать лучше Вани, донатьте 40 рублей. 50, 100, 100 миллионов, 100 миллионов тысяч. В общем, рады любым пожертвованиям. Спасибо. Мне кажется, сюда сейчас стекнется кто-то. Ой-ой, надо отойти. 30 минут. Точнее, 30 монет. Все, у нас есть супер туча. Теперь нам необходим сильвер. Сильвер. Вот это адовая блокировка крипов. А самое ужасное, у них еще есть фантомка. Пошли, можно мне? Нет, это ты. Фантомка в нашей тройке. Тихо. Я могу улететь. Фантомка без БКБ. У меня БКБ нет. Блядь. Я вышел. Да ёпта. Тюру-тюру-да. И снова я вышел. Повезло. Не туда покатился. Вашу верхнюю башню атакуют. Да, 13 секунд по откатке. Мы, в принципе, еще можем подраться. Вашу центральную башню атакуют. Все, пошли. Хорошо. Вашу верхнюю башню Ну это ужасно, просто ужасно. Просто ужасно. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Неужели опять луз? Неужели? Что будет дальше? Следите за эфиром. Итак, 7-5. У фантомки БКБ. У нас разрушена центральная башня. Мне 10 секунд. А они ломятся и ломятся и ломятся. Так, красивый был килл. Есть.
Стоим, отбиваемся. Ну, вот так-то. Сейчас пойдем профармим. Ну что, пойдем выбивать их или что? Тихо. Они рожи забирают. Ну пошли попробуем тоже позабирать рожь. Не? Бля, рожа, парни, похуй. Помогите Аксуне! Я еблан. Давай отойдем, просто отойдем. Очень рано прыгнул, я прям вообще не успел. Так бы, по идее, ты бы прыгнул, я туда тучу, ты крутишься. Неуязвимый, и все, всех убиваем. Из глубин, из глубин. Рыбные палочки. Все идет по плану. Нвокер хосту взял. Разбегайтесь. Ну чё за пиздобольство-то, а? Ой, боже. Ебаный сыка шейкер. Ваша центральная башня разрушена. Ваша центральная казарма, ваша центральная казарма разрушена. Да, и сей шляпа, он, конечно же, поднялся туда. Хорошо! Жалко, все сдохшие. Ну что же, можно ли будет выйти? Выйти с этого. Хорош. Пиздец, да? Да вообще. С одной тычки. Хорошо. Ваша верхняя башня разрушена. Да. Тихо. Да. Мелкая рыбешка.
сказать. Есть. Блять. Вашу нижнюю башню атакуют. Загри, Акс. Привет. Вашу нижнюю башню атакуют. Нормас. Смотри, какая славная заточка. Другое дело. Ваша нижняя башня разрушена. Есть. Линк из Агры. А, нет, не из Агры. Вот так-то. Так, я наверх попробую вон того убрать. У меня маны нету. Вашу верхнюю башню. Не могу просто улететь. Ну, если могу стики, пожалуйста. Надо отпушить, пока там крипы сломают. Неплохо. Давай. Как идёшь? Ловись, рыбка большая и маленькая. Шейкер вылетел, а это значит, появляются шансы на победу, и наши пользуются этим шансом. Что ж, помолчим немножко, посмотрим пока, кто у нас есть. У нас есть Акс с колючкой и... Ну, в общем, вы видите, с чем. Так, сейчас, секунду, я помолчу. Битва охренела не напрасно. Хорошо. Захватить аванпост, Акс. Вижу. Так, какой-то телепорт был мега беспонтовый. Вы заметили, да? Ну ладно. Нам еще очень много надо. Вивер, возьми шмотку. Не хочешь напасть на него? Давай. Ну вообще на, ну что это за ужасы-то? Я ухожу. Уходи, дизраптор, оттуда. Просто ужасная шляпа. Вашу верхнюю башню атакуют. Все трутся у нас в лесу, кого бить непонятно. Инвокер какой-то бустерно. Инбосик на инвокере. Пиздец. Thank you.
Ужасно. Просто ужасно. Ладно. Ну что ж, вот так вот. Пятый наш проигрыш. Я не знаю, за что Гейб так решил меня опустить. Можем это улететь. Но да, пятый луз-стрик. Наверное, нужно канал назвать не «Путь со дна», а «Путь на дно». Идем, идем. Я похожу. Блять, пожалуйста. На это пока не надо тронуть. Растоптан. Еле как, куда но растоптан. Силы света укрепили свои сооружения. Сколько сможем принести? Свободен! Сюда, рыбка моя! Туру-туру-ту-ты-ты. Сюда! Все. Плюс один кражи здоровья. А это значит... Никто. Никто ничего не... Они без фантомки вообще не сильные. 15 секунд. Надо ждать, я думаю. Сейчас базу там снесете, и это опять отходить. Можешь аганим? Аганим? Ой, блять, какой аганим, это Рошан. Я пойду построю. Есть. Да, нет еще. Жаль. Ну, что, надо отойти. Надо отойти. Да выкупа не хватает бабосов. Давай сюда. Возьмите. Что? Что мне делать сегодня? Свобода любой ценой. Спасибо. Ну ладно. И что же нам делать? Через минуту книга будет. Есть. Рошан убит силами света. Блять. Вот такие вот дела. Дела делишки не очень. Да. Точно? Ну, скорее всего, пиздец. А кто-то сыграем. Ну, это понятно, да. Не, ну если мы всех убиваем, то... Блядь. Я боюсь. Ебем нахуй. Бля, пожалуйста. А ебать. Заебись, блядь, долбоёбы. Всех убили, всех закарали. Куда нахуй? Бля, катапы долго ломаются, пиздец.
Правда, как... Там сверху, правда, здоровая пачка идет. Да давай попробуем, может, мид снесем он. Сейчас заберу. Да снесем, снесем. Коммуникация с командой. Это да. А потом он хреснулся. Можно его убивать сразу. Ага, инвокер, инвокер опасно. Так, давайте разойдемся. Да, они там уже все. Да-да-да. Разошлись, разошлись. Так, ну что ж, послушаем хоть раз в жизни совет тренера и возьмем МКБ. Ладно. МКБ и жизнь, как говорится, хороша. Плюс немного попробуем продвинуть типов. Давай. Да. Не попадись. И убежал я во свояси, потому что с ними тут ловить нечего. Хорошо. Есть. Мужики, никто твердые пизда. Блять. Все идет по плану. На ХГ, на да, ХГ? Да, блядь, идите вы. Они там везде, это нахуй невозможно. Бля. Ну как так-то? Ну как? Как? Почему все попало в меня? Ой, боже. Вот это вот типичная руин игра. Да. 102 секунды. Отдыхаем. Круто, классно, мощно. Потомку можно? Найс. Найс. Куда ты фантомка байнулась? Вот это... Да. Да. Да, хорошая была попытка, хорошая. Ну что ж, очередное луз стрик, путь на дно. Как говорится, мы можем, мы стараемся, у нас получается. Да, всем спасибо, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, донатьте денег на наше развитие. В общем, всем всего хорошего, всего доброго, всех обнял.
Ура! Итак, посмотрим, сколько мы слили. 20 ровно нашего ПТС уже, наверное. Угу. Да, да, даже 30 ПТС мы слили. Вглубь, все глубже и глубже погружаемся. В общем, всем спасибо. Кино окончено. До свидания.